сестру и да поканя драгоценната ни сестра, студентку Московской духовной академии, студентка на Московской духовной академии, которая будет сегодня проповедовать в первый раз. Която днес ще проповядва за първи път. Давайте мы поддержим ее. Да, да подкрепим. Ульяна. Ульяна. Всем добрый день. Здравейте на всички. Всех очень рада видеть сегодня. Много се радвам всички да ви виждам. Да, сначала было немного людей. Първо нямаше много хора. Я обрадовалась. Я се зарадвах. Потому что сегодня мой дебют. Защото днес е моят дебют. Но во время прославления стали подходить люди. По време на хвалението започнаха да идват повече хора. И руки у меня холодеть стали все больше и больше. Моите ръце започнаха да се охлаждат все повече и повече. И я верю, что все вы здесь сегодня не случайно. И аз вярвам, че всички днес не сте случайно тук. И моя проповедь будет важна, я надеюсь, для каждого из вас. И моята проповедь ще бъде важна за всеки един от нас. Надявам се. Тема моей проповеди — служение — это решение. Темата на моята проповед — служението, това е решение. Ну и начну сразу с цитаты из Библии. И ще започна с цитат от Библията. Послание Ефесяну, 1 главе, 22-23 стихи, Павел пишет о Христе и о Церкви. Посланието към Ефесяни, 1 глава, 22-23 стих, Павел пишет за... О Христе и Церкви. Пише за Христос и Църквата. Да, вы можете увидеть перевод на болгарском на экране. Можете да погледнете превода там на българския, на екрана. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Христос — глава. Христос е глава. Церковь — его тело. Църквата е неговото тяло. А голове нужно тело. А на главата и трябва тялото. Через которое она может действовать. Через което тя ще действа. Церковь — это руки. Църквата — това са ръцете. Чтобы выполнять дело Христово. За да правят делото на Христос. Церковь — это ноги. Църквата — това са краката. Чтобы ходить по его поручениям. Да изпълняват неговите поръчения. Ну и голос. И глас. Чтобы возвещать слово Христово. Който да, глас, който да провозглася словото на Христос. Ну и в начале моей проповеди я бы вас хотела спросить. И в началото на моята проповед исках да ви попитам. Какое у вас служение? Какво е вашето служение? И почему именно оно? И защо точно то? А если его нет, то почему? Ако го нямате, защо? Но подумайте об этом, пока я вкратце расскажу, как я пришла к вере и к своему служению. Помислете за, върху това, докато аз разкажа накратко, как съм дошла в вярата и към моето служение. До приезда в Болгарию у меня было понимание, что есть Бог, и Иисус Христос был распят на кресте. Преди да дойда в България, имах разбиране, че Бог го има и Иисус Христос е бил разпънат на кръста. Ну и мы, как христиане, верим в Его воскресение. И ние, като християни, вярваме в Неговото възкресяване. Но зачем Его распяли и зачем все это нужно, у меня не было стимула узнавать. Но за какво са го разпънали, защо е възкръснал, нямах стимул да разбира. Да, я приехала в Варну и познакомилась со всеми вами. Дойдох в Варна, запознах се с всички вас. И вначале вообще не поняла. В началото първо не разбрах. Но видя, какие вы добрые. Но гледайки колко сте добри. Самоотверженные. Безкорисни. И готовы сделать все для других людей, даже если это как-то ущемляет какую-то свою свободу, какие-то свои чувства. И готовы да направите всичко один за друг, вопреки че това може да ви, се, да ви струва ваша свобода, някакви чувства. Поняла, что вы какие-то странные. Разбрах, че някакви странни сте. И почему-то любите людей. И по някакой причине обичате хората. А я нет. А аз не. Здесь я хочу процитировать первое послание Петра. Тук искам да цитирам първо Петрово. Первая глава, 22-23 стихи. Първа глава, 22-23 стих. «Послушанием истине, через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Итак, что же есть истина, что же есть дух? И така, какво е истина, какво е духа? И как любить других людей? И как да обичаме други хора? Вопрос становился все больше, ответов не хватало. Все повече вопросы се появяваха, отговори не стигаха. Ну и, как вы видите, у нас очень много свидетельств. И както виждате, ние имаме много свидетелства. И чудеса, которые происходят с людьми верующими. И чудесата, които се случват с вярващи хора. И во мне ревность произрастала. Имах тази ревност в мен.
А почему со мной такого не случается? А за что со мной этого не случва? Ну, а потом произошла моя встреча с Иисусом. Но после стала моя эта встреча с Иисусом. Во время работы мне стало плохо. По время на работу там мне беше зле. Я начала молиться, потому что не могла ничего другого сделать совсем. Я започнах да се моля за что-то, не можах ничто друго да направя. Я не буду рассказывать, как это произошло. Няма да рассказывам това как е станало. Но я вылетела из кабинета на крыльях. Я излетях от кабинета с крылете. Стала каяться, просить у всех прощения. Започнах да се покаявам, да се извинявам на всички. Обнимать, целовать. Да ги прегръщам, да ги целувам. Видела вот такие глаза Натали, Даши. Виждах такие очи на Натали и на Дарья. Слава Богу. Слава на Бога. Это была пятница, на молодежке я всем об этом рассказала. Това беше петък и на младежкото събиране, на всички го разказах това. Ну и при чем же здесь встреча с Иисусом и любовь к Нему и к другим людям? Какво има общо с това срещата на Иисус и обич към Него и към други хора? Ну, по моему мнению. По моему мнению. Это ключевые понятия. Това са ключеви понятия. Которые способны направить человека следовать за Иисусом. Които са способни да насочат человека да следва Иисус. И служить Ему. И да служи на Него. Иисус Христос, вы знаете, это истинная любовь. Иисус Христос как-то знает и истинную любовь. И мы, как горячие христиане, должны подражать Ему, показывать свою настоящую любовь. И некоторые горящие христиане не трябва да показываем истинската ни любовь к Него. И именно в момент встречи с Иисусом. И точно в момент на срещата с Иисус. Я полюбила всех людей. Аз заобичах всички хора. И странная доброта ребят мне перестала казаться странной. И странната доброта на други хора започна да не се струва толкова странна. Я стала такой же. И останах същата. Ну и вопрос стал о том, как можно показать свою любовь и что я могу для этого сделать. И стана вопрос, как могу да покажа своята любовь, как вам могу да направя за това. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих. Прочее, ако някой знае да прави добро и не го прави, грях и не ему. Яков, 4 глава, 17 стих. Левитов у нас много. Много левити имаме. Ну, пою я, ну, не дотягиваю, короче. И пея не сравнительно. Да. Да, не ги достигам. Вести домашнее или молодежное служение, у меня опыта нет. Да водя домашните или младежките собирания, нямам опит. Только-только уверовала. Таман-таман съм повярвала. Ну и мой муж Алексей предложил рассмотреть вариант служения на кухне. И моя супруг Алексей ми предложи да поглядим служение в кухнята. Ведь скоро у нас библейское служение тогда начиналось, оно уже приостановилось. Защото скоро, тогава скоро я започвала библейското служение, то вече е спряло. Да, а готовить я люблю. Аз много обичам да готвя. Ну хотя раньше никогда не готовила на такое количество людей, и никакого образования поварского у меня нет. Въпреки, че не съм готвила за такого голямо количество хора, и нямам образованието на готвач. Ну и несколько дней я думала, и в итоге приняла решение. И няколко дней съм се размислила и приех решението. Мне не было никакого откровения. Нямах никакого откровения. Меня никто не просил. Никой не ме и молил за това. Мой дух ждал моего решения. Мой дух чакаше моето решение. Я его приняла. И аз го приех. И очень счастлива за свое служение. Много съм счастлива за моето служение. Видеть ваши довольные лица для меня — это просто самая лучшая благодать. Да виждам вашите счастливые лица — това за мен е най-голямата благодат. Итак, первое послание Петра, 4 глава, 10-11 стихи. 1 Петрова, 4 глава, 10-11 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую Бог дает, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Итак, как понять, какой дар ты получил? Итак, как да разберем, каков дар си получил? Ну, надо подумать, что тебе нравится, какие навыки у тебя есть. Треба да помислишь, какво ти харесва, какви навици имаш. Да, и чем ты можешь показать вот эту самую любовь к братьям и сестрам. И с какво можешь да покажешь тази любовь к братьям и сестри? Очень важно понять. Много е важно да разбереш. Что Бог уже вложил дары в тебя. Че Бог вече е вложил дарбите в теб. И теперь твой черед их развивать. И тук вече е твоя ред да ги развиваш. Ну и всякая христианская церковь, как вы знаете, я уверена. И всякая христианская церковь, как то знаете, строится на пятигранном служении. И построена вверху пятграничное служение. Апостольство.
апостолство, пророчество, пророчество, пасторство, пасторство, учительство, учительство и евангелизация. И евангелизация. И без этого пятигранного служения не может стать здание храма церковью. И без этого пятиграничного служения здание то не может достать храм и церковь. Послание к Ефесянам в 4 главе с 11 по 16 стихи апостол Павел говорит. В Ефесяне 4 глава от 11 до 16 стих апостол Павел казва. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырами и учителями к свершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающими всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращались в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Аминь. Итак, мне сейчас вот прям секунду пришло слово, пришла мысль, что... Да, та за секунду получих мысль, слово. Что не может быть церкви без скрепляющих связей. Че няма да има церква с свързващите неща. А что это Връзки. Такое? Това какво е? Это люди. Това са хората. Это мы, прихожане, христиане. Това сме ние, хора, прихожане, християни. Если у нас будет раздор, ако сме се скарали, значит, сатана здесь сильнее. Значит, сатаната е по-силен тук. Подумаем об этом. Да се замислим върху това. Ну, и эти дары служения пришли от самого Господа Иисуса Христа. Тези дарби на служението са дошли от самия Господ Иисус Христос. Когда он зашел и восел по правую руку от Господа. Когато е се вознесъл и седнал от дясно на Бога. С целью созидания тела Христова для совершения святых. С целта наблюдаване тялото на Христос и совершенстването на святите. Пока все придут. В единство веры и в познание Сына Божьего. Так вот, всички дойдут в единството на вярата и познанието на Божията Син. Ну и какая цель, соответственно, служения? И каква е целта на служението? Основная цель пятигранного служения? Основна цел на петграничното служение? Не для того, чтобы прославить или возвысить человека. Не за да прославим или да возвесим человека. Но для назидания и возрастания тела Христа. Но за назидаването и възрастането на тялото на Христос. Опять же повторюсь, действуя в единстве. Първо да повторя. Действуйки в единството. И как пишет Павел в первом послании к Коринфянам, 4 главе, 1 и 2 стихах. И както пише Павел в посланието към Коринтяни, 4 глава, 1 и 2 стих. И послание Ефесянам, 4 главе, 1 и 2 стихах. И в посланието към Ефесяне, 4 глава, 1 и 2 стих. Как служители Христовы, каждый из нас должен быть верным, поступая достойно звания, которому признаны, со смиренно мудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу Божьей любовью, которая есть венец всех служений. Итак, что же представляет собой каждое из пятигранных служений? Кратко расскажу. Какво представлява всяко от петграничните служения? Накратко ще ви разкажа. Ефесянам 2 глава 20 стих. Ефесяне 2 глава 20 стих. Апостол и пророк, подобны острием копий, церковь строится на фундаменте, заложенном ими. Евангелист — это Божий десантник. Евангелист — това е Божия десантник. Посланник и глашатай доброй вести. Посланник и викач на добра вест. Который несет благую весть о спасении. Който носи блага вест за спасението. Я считаю, что в настоящее время это самый необходимый инструмент для созидания тела Христова. Мисля, че в настоящето време това е най-важен инструмент за созидаване на тялото на Христос. Следующее, на ветхозаветном иврите слово пастырь. Следващо, на ветхозаветен иврит думата пастырь. Ра. А? Рой. Да. Рой. У меня написано, но не владею этим языком. Тук примен пише, но аз не го владею този язык. А что переводится как забота о стаде? Превежда се като грижа за стадото. То есть пасти его управлять. То есть да го управляваш, да го наглеждаш.
Это древнее еврейское слово обозначает человека, который заботится о стаде. Тази древноеврейская дума обозначает человека, который се грижи за стадото. Пасет его, собирает, управляет и направляет овец. Наглежда го, собира го, управлява и направлява овците. Учение. Учение то? Было одним из самых главных служений от ветхозаветных времен и до сегодня. Е било одно от най-главните служения от ветхозаветните времена и до днес. Ну и во втором послании Тимофею, вторая глава, 15 стихе. И во второто послание на Тимотей, вторая глава, 15 стих. Апостол Павел наставлял Тимофея. Апостол Павел и наставлявал Тимотей. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слову истины». Таково есть служение учителя. Таково есть служение то на учителя. Ну, теперь мы обсудим служение, которое есть в нашей церкви. И сейчас мы обсудим служение, которое има в нашей церкви. Домашнее служение. Домашнее служение. Молодежное служение. Молодежки служение. Миссионерство. Миссионерство. Все это евангелизация. Твоя евангелизация. Детское, подростковое служение. Детское, тинейджерское служение. Это учительство. Твое учительство. Поддержание чистоты и порядка в церкви. Поддержка на чистота и ред в церквата. Настройка звука, света. Настроение на звука, на светлината. Служение на кухне. Служение то в кухне-то. Это диаконское служение. Твое диаконское служение. Ну и разумеется, служение как левиты. Какая церковь без левитов? И разбирайся, служение то на левите, какова церковь без левити? Здесь очень важно сказать. Тук е много важно да кажем, что нельзя уступать место гордости. Че не трябва да даваме място на гордостта. И пренебрегать тем или иным служением. И да пренебрегваме едно или друго служение. Иисус исполнил каждое из пятигранного служения. Иисус исполнил всяко от петграничните служения. Он не возвышался над людьми. Той не се възнасил над хората. Он укротил себя. Той укротил себе си. И со смирением, и с проявлением абсолютной любви служил людям. И со смирением, и проявлением, но абсолютно любовь и служил на хората. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стихи. Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы да любите друг друга. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Мы принимаем решение о покаянии. Мы принимаем решение о молитве. Не приемаем решение за покаяние, то не приемаем решение за молитвата. Я призываю вас. Аз призывавам ви. Прямо сейчас принять решение о вашем служении. Точно сега да приемате решение то за ваше служение. Именно в церкви. Точно в церквата. Ведь именно церковь это невеста Христова. Защото точно церквата и невестата на Христос. Давайте помолимся о сердце вашем. Да се помолим от вашето сърце. Чтобы Господь указал путь. Господ да ви покаже път. Которым вам следует идти дальше. С който трябва да вървите нататък. И ответил вам всем на вопросы. И да ви отговори на всичките на въпросите. И коснулся каждого, кто в этом нуждается. И да докосне всеки, който се нуждае в това. Дорогой Господь. Драги Господи. Я молюсь Тебе в единстве и согласии. Аз се моля на Теб в единството и съгласието. От имени невесты Твоей церкви. От името на невестата на Твоята църква. Я прошу, снизойди за нас. Аз моля, слезь до нас. И дай нам откровение. И не дай откровението. Дай нам силы для принятия решения. Дай ни силы за приемането на решението. Открой наши сердца. Отвори нашите сърца. Чтобы увидели мы наш путь. За да видим нашия път. Чтобы мы росли в своем пути, да возрастаме в нашия път, в своем служении, в нашето служение, в церкви, в църквата и за пределами, и за пределите. Помогай нам нести слово Твое. Помогни ни да носим Твоето слово. Веди нас. Води нас. Оберегай нас. Пази ни. Мы Тебе так благодарны за Твою безграничную любовь, Боже. Толкова сме Ти благодарни, Боже, за Твоята безграничная любовь. И я верю, что сегодняшнее слово было нужно, Господь, и Ты говорил через меня. И аз вярвам, че днес словото е било нужно и си говорил через мен. Пусть оно попадет в сердце каждого. Моля да попадне его в сърцето на всеки. И каждый откликнется. И на всеки да му се откликне. Будьте все счастливы. Бъдете всички щастливи и единни. Едини в духе Твоем. Бъдете заедно в духа. Ведь церковь это единство. Църквата е единството. Слава Богу. Слава на Бога. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Пусть буду я уверен и
непоколебим, мои корни глубоко. Уверен и непоколебим в Тебе. Пусть буду я уверен и непоколебим, мои корни глубоко. Уверен и непоколебим в Тебе, в Тебе, мой Бог. Пусть буду я уверен и непоколебим, мои корни глубоко. Уверен и непоколебим в Тебе. Пусть буду я уверен и непоколебим, мои корни глубоко. Уверен и непоколебим в Тебе. И я хочу я приносить плоды, укорениться где текут живые воды. И я хочу я приносить плоды, укорениться текут живые воды. Пусть буду я уверен и непоколебим, мои корни глубоко. Уверен и непоколебим в Тебе, Тебе, Иисус. Пусть буду я уверен и непоколебим, мои корни глубоко. Укорениться, где текут живые воды. И я хочу я приносить плоды. Укорениться, где текут живые воды. И я хочу я приносить плоды. Укорениться, где текут живые воды. И я хочу я приносить плоды. Укорениться, где текут живые воды. Моя песня, молитва моя. Плоды, укорениться, где текут.
Здесь буду я уверен и непоколебим. Мои корни глубоко, уверен и непоколебим в Тебе. Вы уже заметили, вам разданы листочки. Сигурно забелязахте, че ви дадоха листенцата. И немного ручек. И малку химикалки. Если кто-то не получил ручки и листочек, я прошу спросить у соседа. Ако някой не получил листенцата или химикалката, моля да помолите соседа за това. Чистые листочки на камине. Чистите листенцата са там. Итак, я вас прошу написать ваше текущее служение. Моля да ви напишете сегашното служение. Или служение, в которое вы хотели бы попасть, в котором хотели бы себя попробовать. Или служение-то, в кое-то искате да попаднете, или искате да се пробвате. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. И все, что вы делаете, вы делаете от души, как то за Господа, а не за хората, знаеки, че воздаяние към Господ, и ще получите наследие то, за что то служите на Господ Христос. Церковь – это тело Христово. Церковь – это тело на Христос. Это не здание. Това не е зданието. Это люди. Това са хората. Християни. Християни. А църква призвана служить Господу и людям. А църквата е призована да служи на хората и на Христос. Давайте служить вместе. Да служим заедно. Аминь. Аминь.